Друзья, всем привет. Короче, приехала в Икею, полазю тут немного. Мне надо купить этот магнитик. Не на холодильник. На стену для ножей еще один. Так что сейчас пойдем чуть-чуть пробездимся по Икее. Что-то у них тут на одеяло подушки какая-то распродажа или что это тут. Везде одеял подушек на это самое понавешали. Ну, у нас тут, я хочу сказать, огромная Икея, двухэтажная, с фудкортом, там вон столовка, смотрите, какая огромная. Поэтому тут можно, как говорится, лазить, не перелазить. Вот. Ну, идемте так пройдемся по этим. Ну, мне, конечно, в мебель не нужно, но пойдемте, я вам покажу. Чего нового у нас в Икее? Может, посравниваем цены какие-то для чего-то. Я так медленно буду ходить, бродить, а вы вот смотрите, что тут есть. Тут иногда бывают какие-то такие прикольные штучки-дрючки в дом, но не знаю, как-то купила тумбочку для этих, для обуви возле входа поставила. Блин, я ее 3 дня собирала, вот это да, был квест. Эти штучки хорошие, типа 59 копеек. Ага. Короче, 3 дня ее собирала. Она у меня этот год постояла. И все, я развалилась. Я ее выкинула нахер и сказала, больше в моем доме Икеи не будет. Вон, шкурка синтетическая или натуральная? Это натуральная или нет? Аргентина. Не знаю, походу натуральная. Шипски натурально, 40 баксов. Как-то дорого. Что тут еще есть? Кому-то нравится, кому-то не нравится. Не знаю. Ну, конечно, да, есть какие-то вещи такие многофункциональные. Не знаю, я предпочитаю такое все, чтобы было старинно, добротное. Диван, конечно. Диваны. Уже сезон закончился, да, на улице. Тю-рю-рю. Что тут еще есть? У них вот такие, да, есть такая прикольная мебель, как они, мебель матрешки. Вы говорите, что вам интересно, я вам буду снимать. Цены, я хочу сказать, не дешевые. Он какой-то стул, а 129 долларов. О, тут вон прям скидка по 100 баксов стульчики. Офигеть. Что-то, видно, не туда пошла, да, не туда зашла. Что-то заблудилась. Такое для квартиры. Тут сразу квартира, да заходи и живи. Свечки, что-то, декорации. А я думаю, где мне граненых стаканов купить? Так вот же, Жень, граненые стаканы. Ага, по рублю. Ой, ну ладно, набрехала, по 99 копеек. Так, что тут у нас, А у нас тут херня какая-то. Вот тоже помню, накупила этих коробок. Там что-то в них хранила. Эти коробки поразваливались. Угу. Вот иногда у них, да, тут бывают хорошие эти наборы шурупов. Видите, чем баба интересуется? Хорошими наборами шурупов. Ну, по хорошей цене бывают, да. Шурупы. Потом, что еще вот у них тут хорошее?
А. Так, вот это что? 4 рубля. О. 4 рубля эти фломастеры, мелки. Ага. Подожди, куда я? Я туда иду, не туда. Вазочки у них такие оригинальные бывают, да. Ну, я себе ничего не хочу отсюда, честно вам скажу. Кроме магнита для ножей на стену. А, еще знаете, что у них классное? Эти шкуры коровы. 9 рублей. Прикольно, прикольно. Тарелки я купила, у них этот сервиз. Классный, все классно. Но этот тяжелый очень. Неудобно было пользоваться. Я его куда-то отдала. Так-то, конечно, классно, все красиво. Ничего не спорю. Такие кухни, да. И кухня, конечно. Красиво, красиво. Иногда можно за идеей сюда приходить, да? Уже у меня девочка стоит. Все, она уже шатается. Расшатали покупателя. Так, что тут у нас? Это такой мини-комнатки, да? Мини-кухоньки. Угу. Кто-то любит вот такие кухни. Сколько пыли на них собирается. Ну, если один живешь, то да, прикольно. То кухня 10 баксов, 10 тысяч долларов, 9441. Блять, зашло. Да, цены, конечно, жесть. Блюдо прикольное, но оно, блядь, тяжелое, такое, что капец. Очень тяжелое. Каменное какое-то. Там что тут, плитки у нас. Кварц. Это интересно, да. 89 за square feet. Да посмотри, в других магазинах, почем они. Ну, они, наверное, этот только для себя тут делают, да? Так. Холодильники. А холодильники это тоже икеевские? Или какие хочешь? Тут это интересно. Ну, шведские какие-то или? А ну-ка, модели. Что дорого, да? Цены такие дорогие. 300 этих. 3000 долларов холодильник. Он что, сказки на ночь рассказывает за такие деньги? Тю. Краны. Кто-то покупал краны из Икеи? 86, 86, 48. Это как такой, как для пива. Да? Раз и пиво льется. Не знаю. Я не покупала. Что тут еще? 179 долларов столик кухонный. Вот такой сервировочный. Так, вот что тут, что тут. Я не знаю, я так хожу, потому что, ну, мне, в принципе, ничего не надо. Я просто так пробежаться. Баночка 4 рубля. Все, уже сезон закончился. Для маринадов. Блин, ну реально, вот смотрите, я купила стол, такой огромный стол в Костко. С огромной такой классной бамбуковой доской сверху. Он где-то по размеру вот такой вот. И сверху еще бамбуковая классная доска, больше он.
179. Я где-то купила за 70 чем-то. Так там хороший добротный стол, колеса, бамбуковая доска, которую можно использовать вот как, ну, как доску, и мясо отбивать, и все, что хочешь. А вон вот эта чепуха 179. Ну, не знаю. Вот такого вот примерно расклада, только на колесиках такого размера. Это 300 баксов тут. Нормально. Так, мне нужен магнит. Магнит. А то сейчас забуду, зачем пришла. Ну, вон такие, да, эти в гараж или куда цеплять, да, такие эти придумали. Прикольно, да? Для пакета с пакетами. Ну, вот из такой вот категории, вот у них, да, вот такое вот можно что-то брать. О, смотрите, сетки, авоськи, да? Ага, или что это такое? Сетки, да, сетки, авоськи. Так. Все как пластмассово. О, вот такой мне надо, $12. Может, побольше что-то будет. Только один размер за $12. Блин, ну ладно. Ну, посмотрим. Может, еще что-то нарою. Там китайцы что-то покупают. Один такой, $12. Может, дальше еще что-то нароют. Стульчики. Тут у нас столовка. Пам-пам. Шесть винных стаканов. $15. Неплохо. Угу. Подождите, куда я попёрлась? Может, тут были, не? Или не были? Так. Тут все для спален. О, тут такой этот гардеробная. Вот это мечта каждой женщины, да? Иметь такую гардеробную. Ручка. Ручки поотваливались. Угу. Есть Икея, есть Идея. Не, классно. Гардеробная, класс. О, для туфель тут. На-на-на. Спальня. Здрасте, я после работы. Фу-фу-фу. Так, что тут? Пластиковые цветы не надо. Что тут? Тут кухня. Такая мини-квартира, да? И тут где кровати, спальни. Угу. Ага. Тут такие кадры ходят. Сядь, сядешь, да, на мне. Бля, оно шатается под жопой. $100. Так, тут у нас всякие разные спальни. Там для детей, для двойняшек, для двойняшек, одняшек, диванчики, комодики. Угу. Комоды, комоды, тумбочки, тумбочки, херумбочки. Что тут еще? Такая мини-спальня, да, для детей.
Такой шкаф, да, для две шторки. Шкаф за $12. Что это такое? Мне слово. Глаз наткнулся на знакомое слово. Crop swarm. Мята, что ли? Что-то от моли. Видно, мятные пакетики. Не знаю, что это. Слушайте, ну признайтесь честно, вот, ну, нравится вам Икея или не нравится? Бля, я еще так лазю, это название, я говорю, может, заблокируют, да? Как эту долбанную Викторию Секрет, да? Пошла, поснимала, мне все видео позаблокировали. Так, куда тут? Это вообще, наверное, неудобно, да? Вот, ну, это так, руки помыть в туалетике. Умываться, я не знаю. Такая вот, конечно, огромная, хорошая. Ну, смотрите, цену $459. Охренеть, да? Жесть. Народ же ж покупает. Так, что тут? Тут прям заходи и живи. Тут что для салона. Тут такое, компьютерные эти игрулечки. Где-то мы тут ходили, они уже по этим стульям или нет? Это для кабинетов. Да, дальше. Туда дальше. Детская. Детская кроватка $500. $429. Такая маленькая детская кроватка. Мини-мини. Миньон. 119. Такая мини-детская спальня, да? Ага, прикольно. У нас, короче, народ притих, затих. Все в ожидании завтрашнего дня. Завтра выборы. Не знаю, тут куча плохих прогнозов на завтра. Там некоторые блогеры вообще там панику наводят. Я не знаю, что будет. Но завтра надо идти голосовать. У нас два кандидата. Это Камала и Трамп. Я не знаю, у меня во всем этом, в моем микрорайоне все стоят эти таблички. Таблички за Камалу. Я не знаю. А тут всякого барахла. Вот кто окна мыть там по рублю. Щетки. Всем сидеть, копейка. Это что это такое? А, типа эти. Три крышечки за 6 рублей на баночке. О, вот это вот нам надо, да? Икея. Сегодня дождь такой херачил. Мы мусор выкидывали с коллегою. А он без шапки. Я такая дала ему свою шапку. Что это такое? А, это батарея. Чего? 4 батарейки, $8. Охренеть. Слушайте, ну цены вообще не дешевые, я вам скажу. Цены уж совсем не дешевые. Вон игрушка для собаки 4 рубля. Что-то как-то это... Лампочка. Что-то.
Не знаю, что цены вообще не дешевые. Да тачку взять. А это что я хочу купить? А, вот. Я не знаю, кто-то покупал у них вот эти печеньки. Мне надо на подарок купить пару этих коробок хорошего печенья, но я не знаю, дом лепить. Мне надо коллегам купить какие-то подарки на Крисмас. Ну, на Крисмас, но вот этот. Fruit drink. Это не вино, это какой-то fruit drink. А вот это что такое? Кафе. Так, вот это конфеты, которые внутри, $15 коробка. Не знаю, мне кажется, в Костко лучше цена и качество. Вот это кто-то брал, кто-то знает? Оно у них каждый год появляется, это печенье. С корицей и гвоздикой. Не знаю. Так, вот тут кухонные причиндалы, вот тут еще должны быть какие-то эти магниты. Знаете, что я тут когда-то купила? Филейный нож. Разделывать филе. Вы знаете, неплохой нож. Рыбу разделывать филе. Ну, я так пользуюсь ним там. Не часто. Доска. $50 доска. В других магазинах можно найти подешевле. Так. Банки, склянки. Банки. Еще банки. Банки вон цены, да? 7,99, 4,99. Угу. Нет, нету магнитов. Это только один единственный вариант. Тут уже пошли тарелки. А у них даже и ножей не сильно много. Окей, давайте вернемся. Где ножи? Должны быть магниты там, где ножи. Нет. Это что, набор тарелок? Доски. Доски хорошие, но дорогие. Блин, это так дорого везде или только вот здесь вот? А? У нас же тут все поодиночке. 24, 39, 69. Вон это 69. Нету. Блин, дорого, реально дорого. Нет, это очень дорого. Все ходят, смотрят, облизываются. Ну, реально дорого. Ну, как бы я не жлоб там и не этот, вот оно, цены дорогие. Трындец. Я не знаю, в других странах такие же цены или... Ну, вон какая-то это... Накрывать этот пирог, торт, $15. Цветные граненые стаканы по $1.50. Так, он кружки пивные. 4 рубля. Может, я давно не ходила сюда? Не, ну я реально давно сюда не захаживала, ну. Ты что, один бокал $7 для мартини. Что-то как-то не того.
такой подносит $9, 9.99. Короче, разочарована как и ценами, так и всем остальным. У нас пойти в какой-то thrift store можно купить классного, хорошего качества за 3 копейки. Вещи, а не вот это говно икеевское. Пардоньте. Я разочарована ценами и всем остальным. Ну, скажу так, смотрите, если вам скучно, и вот это нехер делать, плюс плохая погода на улице, то можно прийти сюда полазить. Шкура коровы. 159. Черная, рыжая. Черная тоже прикольно. Черная мне нельзя с моим зоопарком. Рыжая тоже прикольно. Это пластик. Ну, шкура коровы, да. Хорошая. Ладно. Не горит. Может, завтра конец света у нас будет. А я тут хожу, какие-то шкуры коров выбираю. А может, реально выключат свет и будем эти шкуры закутываться. Тогда вот это будет номер. Ой, капец. Да тут, да, напугали уже всех. Всех напугали. А, слушайте, знаете что? Мне на работу надо эти ящички вот такие вот выдвижные. Угу. Для этих, для шурупов. Я вам $30 я не собираюсь платить за эту херню. А эти, там это, хранить эти всякие разные там шурупы, отвертки, там, запчасти. А, надо присмотреть вот тут. Да нет, это что-то дорого. Очень дорого. Все дорого. Не то, что там что-то одно дорого. Все дорого. Даже домой вот я, ну, ничего себе не нашла. Ну, чтобы вот, ну, знаете, глаз зацепился. Вот хочу и все. Ня. Ну, не из-за того, что там дорого. Ну, иногда бывает такая вещь. Вот увидел, даже на цену не смотришь, да? Вот у вас такое бывает? Увидел, хочу. А только потом уже интересуешься, сколько оно стоит. А тут даже такого нету, что вот увидел, хочу. Какие-то лампочки для инопланетян, да? Лялики, фонарики. Тут казалось бы, возьми себе этих, как она, таких вот пластинок с фанеры. Слепи себе фонарь. У нас, кстати, есть тут магазин такой Хобби-Лобби. Там продается все, что хочешь. Вот можно там накупить и вон такой Икеи налепить, и будет в 500 раз оригинальнее. О, какой абажур, да? Вам чего-то понравилось тут? Ну, хоть что-то. Ну, хоть что-то. Ну, скажите мне потом. Чего хорошего. Все
пойдем по жрачке полазим. Может, у них иногда рыба копченая бывает по приемлемой цене, а не так, как это крыло от самолета. Картина тут, конечно. Это что там такое? Рамки. Рамки, часы, зеркала. Здрасте. 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 Ага. О, тут, о, цветник. Цветы, цветы искусственные. У них еще, знаете, что я люблю тут лазить? Где настоящие цветы? А ну, идемте полазим, где настоящие цветы. О, о. О, вот эта тема. Вон этот бонсай. Ага, фикус. 20 баксов. Вот фикус надо купить. А то завтра вдруг конец света, а я без фикуса. Так, вазы. Ага, вазы. Пальмы. У них, кстати, на живые вот эти растения цветы, ну, цены хорошие. Вон, смотрите, пальма 22 бакса живая. Вот за вот этими я не знаю, как ухаживать. Я когда-то покупала, оно у меня померло. Я не знаю, как за ним смотреть. И вот такой у меня был. И видно, я его залила, он загнил. Ну, у меня только вот такие висюльки растут. Кроме висюлек, ни хрена больше. Вот это что это? Вот этот уже $40. Ага, а эти прям уже цветут. По $12 цветут. Угу. У меня, короче, из всего того, что я тут покупала, вот только такой вот бамбук. И то он уже этот погнил как-то. Подгнил. Так, вот это пластик, это пластик, это пластик. Все. Все, все, все. Вот эти вещевики у меня вот живут. Ну что, ничего мы не берем. Вот тут еще. Я своему этому Home Depot не изменяю. Все. Цветы там будем покупать. Это что за херня с пандами? А это тумбочка 80 баксов. Ну вот такая вот Икея. Какую-то тумбочку нашел, он иди в рядах ройся и доставай себе. Вот такие вот дела. Вот такие вот цены. Видно, да? 69, 79, 79. Блин, меня так задрачивают эти цены, да? То напиши уже, 70 баксов. Вот эти 99, вот эти маркетологи, да, понапридумывали. О, ну тут четко, вон. 25, 80. 110, 35. Без всяких вот этих 99, 399. Тоже куча этих живых цветов. Нет. Так, печенье, тудынь-сюдынь. Короче, только с одним магнитом иду, видите, я экономная барышня, всякого говна не нахваталась. Все. И то еще непонятно, нормально он или нет. А ну, кто этот шведский язык знает? Что это такое? Суп в пакетиках или приправа? Грибной суп? Грибы или что это? Короче, шампанское у них это детское, безалкогольное. По 5,49. Ну, соки-шмоки. Там печенька, вот ихние джемы эти с ихних. Клубника, дикие ягоды. Варенье у них вкусное, джемы вкусные. Так, тут мармеладки. Мармеладки. Так, что тут у нас? Шоколад. Вот шоколадок можно взять. 3 на 5. То есть 3 плитки на $5. Тут соки. Соки местные. Местные. Шведские. Вот это я не знаю, печенька. Печенька одна шоколадная, одна такое. Вот тут что? Тут замороженное.
так вот, кофе в зернах. Так, тут сок. Blueberry drink. Не знаю. Это что такое? Что это такое? Какой-то концентрированный цветочный напиток. Непонятно. Так, печеньки опять. Ну, у вас есть какая-то идея? Мне надо коллегам накупить. У меня получается 4 коллеги. Надо им сформировать какие-то подарочки. А где рыба, блядь? Тут рыба раньше была. Все, уже ку-ку, нету рыбы. Это какие-то шведские печеньки, конфеты. Не знаю. Я никогда такое не пробовала. Это каша, наверное, да? Типа мюсли. С бананами, с кокосами. С бананами разобрали, с кокосами нет. Видно, с этим. С бананами вкусно. Это какой-то лимонно-укропный соус. Ага. Лимонно-укропный. Это тесто для печенек. Что у них тут перестановка какая-то? Я не вижу много чего того, что было раньше. А, тут маленькая морозилка, которую я пропустила. Вон рыба. Okay. Рыба у них. Ну, такие вот филейки. $19. Такая копченая, он $10. Не знаю, что он замороженный. За $10 сколько там грамм? 200 грамм, $10. Ну, вот такие вот цены. Наверное, ничего я не буду брать. Только вот этот магнит.